Короче, мне объяснили, что к морю я отсюда не выберусь, потому что эта долина, она находится внутри гор. Везде тут горы, 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 горы. И по Леваде я смогу только вокруг этой деревни пройтись, и все. Это мне придется опять на этом автобусе подниматься вот туда наверх, на перевал, по этой страшной дороге, и спускаться потом вниз. Вот. К морю здесь не пройти. Эта вот деревушка окружена горами, поэтому здесь тихо, спокойно, ветров нету. Они выращивают здесь вишни, бананы, каштанов очень много. Можно поесть суп из каштанов, там блюда из каштанов. Но каштаны я терпеть не могу. Вот. И вот я оказалась в ловушке, да, в ловушке вот этой вот долины монашек. Вот. Я оказалась тут, конечно, вот в безвыходном положении. Ну что ж, придется ехать опять по этой страшной дороге вниз в Фуншай. Вот скоро мне принесут мой шашлычок.